Всем привет! Вот и дождались выходные. А все уже придумали, чем себя занять. Какую программу подготовили в Самаре, расскажу прямо сейчас в нашем обзоре. Поехали! В воскресенье наслаждаемся концертом вокального ансамбля «Мила» и любимыми песнями из советских кинофильмов, которые стали уже привычными и родными и звучат практически в каждом доме. Там же, в ДК «Заря», уже настраиваемся на тепло, а помогут в этом сочные краски на картинах Алевтины Тяпкиной на ее персональной выставке «По большой любви». Зарядиться позитивом и вдохновиться можно до 5 февраля. На сцене театра «Самарская площадь» в это воскресенье поставят Филомену Мартурана. Богатый неаполитанский коммерсант Доминика Сориано не может простить Филумене, женщине, с которой он прожил 25 лет, вероломный поступок. Когда на его свободу дерзко посягнули, Доминика решает разорвать отношения с возлюбленной. Но не так-то просто справиться с сильной и прямой женщиной, для которой преданность, любовь и семья – это самое ценное. В художественном музее открылась персональная выставка члена Союза художников России, почетного академика Российской академии художеств Евгения Шибанова «Измолвина с любовью». После переезда автора в село его творчество оказалось связано с жизнью русской деревни. Естественный и простой деревенский уклад помог художнику пересмотреть каноническое отношение к изображению действительности и создать свой неповторимый авторский стиль, в котором реальное смешивается с нереальным. Сегодня самарцев приглашают на виниловый вечер в областную библиотеку. С чего начинался отечественный рок? Почему Андрей Макаревич первоначально исполнял песни на английском языке? Как первоначально Вячеслав Бутусов назвал свою группу? Зачем Виктор Цой на полтора месяца ложился в психиатрическую больницу? Ответы на эти и другие вопросы дадут на встрече. Обсуждение пройдет под звуки оригинальных виниловых пластинок. На уже традиционную творческую встречу в концертном зале Дома культуры «Победа» самарцев приглашают в это воскресенье. В программе уютная и по-домашнему приятная встреча академических хоров города Самара. На этом все. И не забывайте, что масочный режим продолжается. Берите с собой средства индивидуальной защиты. Берегите себя. Всего вам доброго. Пока-пока.